Здравствуйте, в первом видео перепутали ноутбук. Давайте покажу тот ноутбук, который нужен. По характеристикам все на сайте совпадает. Так, подключили Wi-Fi. Wi-Fi ловит. Покажу звук. Представьте, обычная семья. Битых пикселей нету. Клавиши все на месте. Давайте покажу работоспособность клавиатуры. Клавиатура вся рабочая. Так, батарея у данного ноутбука не держит, сразу говорю. То есть вообще никак. Просто можно считать, что ее нету. Ну, может, минуты 2-3 будет держать. Так. USB-порты. Флешку покажу, что все USB-порты работают. Видит, этот порт работает, дисковод работает, по корпусу ни царапин, ни коцок нету, каретки живые, не хрустят, ничего. С этой стороны тоже ноутбук в хорошем состоянии. Все болты на месте. Наклейка и на месте. В комплекте идет зарядное устройство. И сам ноутбук получается. Спасибо за просмотр.